Üdvözlöm Önt! Önnel Magdolna. Privésztvujú vas! Svámi Magdolna. Nagyon örülök, hogy Ön nézi a videómat. Očin ráda, što vi smotrite majo video. Ebben a videóban a bevásárlás téma lesz. Vétem video budet téma pakupka. Éva, kivel mész bevásárolni? Én a férjemmel és a kislányommal megyek. Mindig együtt vásárolunk. S kem, kivel? Венгерский язык – логичный язык. Вам нужно понять особенности языка. В вопросах часто содержатся суффиксы, которые в ответах тоже существуют. В предложении «Ева, кивермис, беваша ройни» «Ева, с кем ты ходишь за покупками?» Вопрос «С кем?» – это вопрос в творительном падеже. В венгерском языке «кивел». Используем еще другие вопросы «мивел». Если нужно употреблять множественное число, вопросы «киккел», «миккел». Отвечаем a férjemmel és a kislányommal, s mojim mužem, s mojej dočkaj. Suffixy v tvoriteľnom padeže vol vel, po harmonii. Kivel, fiúval, s malčikom. Jestli существительное оканчивается na glasnej, суффиксы «вол» или «вел» непосредственно добавляются. «Кивел» – «тонаррол» – «с учителем». Существительное оканчивается на согласный. Последняя буква удваивается и произносится дольше и пишется с двумя буквами «тонаррол». Оканчивается на букву «р», и эта буква удваивается. В письме будет две буквы «р». На чем вы едете? Мивел утазик ön. На поезде, vonattal, na автобусе, autóbusszal. Dalsze. Anya, veszünk piros almát is? Én a pirosat szeretem, mert finom és édes. Apa is a piros almát szereti. Tudom, kislányom. Válogass szépeket. Anya, ennyi almát még soha nem láttam. Veszünk, mi veszünk, mi kúpim. Нужно знать, что глагол «venni» относится к группе неправильных глаголов. Еще есть 8 глаголов в этой группе. Они в большинстве одинаково спрягаются. Мы лесюнг, мы будем. Мы эсюнг, мы едим. Мы исунг, мы пьем. Мы тесюнг, мы положим. Мы хисюнг, мы верим. Мы висюнг, мы несем, возьмем. Еще обсудим следующее двойное отрицание. Шухо нем. Шухо нем латтам. Никогда не видела. Шенки нем латто.
Никто не видел. Semmit nem látott. Ничего не видел. Sehol nem látta. Нигде видел. Значит, эта конструкция всегда так образуется, так используется в этом порядке. Végre megtaláltam. Anya, ezeket a nagymama vásárolta. Nézzük csak, mit vásárolt a nagymama? Egy kenyeret, egy liter tejet, egy cukkinit, paprikát, paradicsomot, szőlőt, kiflit és gyümölcslevet. Drágám, vásárolunk még valamit? Igen, virágot akarok még venni. На вопрос «мит», на вопрос «что», «мит» или «еще» другой вопрос «кит», «кого» всегда используется винительный падеж. Вы слышите в конце вопроса звук «т», «мит», «кит», в ответах вы используете тоже, используете тоже в конце звук «т». Кенерет, тает, цукинит, паприкат, иш, и товаб, и так далее. Еще обсудим следующую конструкцию. Акарок венни. Я хочу купить. Два глагола. Первый глагол является вспомогательным глаголом, а другой глагол используется в инфинитиве. Еще другие примеры. Én akarok olvasni, я хочу читать. Én akarok pihenni, я хочу отдыхать. Конечно, вспомогательный глагол по лицам распрягается. Мы можем в других лицах использовать его. Так, если ты хочешь читать, ты окарс ольвашны. Еще есть другие вспомогательные глаголы, которые тоже так используются. Например, серет ольвашны. Он любит читать. Серет не ольвашны. Серет не ольвашны. Это значит, у него есть желание читать. Он бы хотел читать. Тут ольвашный. Он умеет читать. Например, ребенок уже умеет читать. Сокот ольвашный. Это очень часто используется. Он обычно читает. Сокот, ольвашный. Сокот, вспомогательный глагол, используется в прошедшем времени. Конечно, спрягается и всегда-всегда используется в прошедшем времени. Значит, я обычно читаю, на венгерском это соктам ольвашны. Аня, миért akarsz virágot venni?
Talán születésnapra megyünk. Hiszen tudod, a nagymami születésnapja lesz holnap. Jó, de akkor nagyon szép virágot vegyünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tudok segíteni? Igen, egy cserepes virágot szeretnék venni. Fiatal vagy idősebb hölgynek lesz a virág? Az anyósom részére. Holnap lesz a születésnapja. Tessék nézni, ezek szép pirosak, gyönyörűek. Köszönöm, azt kérem. V étem dialoge tože sušestvujut madalnije ili spamagatjanje glagoli. Sledujušije. Akarsz venni? Ti hočeš kupić? Tudok segíteni? Maguli pamoč? Szeretnék venni? Ja by hatjel kupić? Išu apsudim značenje predloga dlja. Részére. Anyósom részére. Dlja mojej tjóši. Dlja mojego syna ja kuplju podarok. A fiam részére veszek ajándékot. S drugim glagolom tože izpozujecja slova részére. Naprimer, glagol küldeni. Atpravić. A főnököm részére küldök egy e-mailt. Ja atpravlju e-mail dla mojego načajnika. Ešu obsudim množestvenoje číslo prilagatelnih, jesli ani akančivajucja na glasnije dolgije bukvi U, Ü. На вопрос «Миянек?» «Какие?» «Пирошок?» «Красные?» «Дюнерюек?» «Прекрасные?» В этом случае знак множественного числа тоже добавляется через сомнительный знак. Еще примеры. «О чоколадик кешерюек?» Шоколады горкие. А цукоркак шованюок. Конфеты кислые. А лобдак гембоюек. Мячи круглые. Аня, апа хова лет? Мегвеси а вирагот, эш ő is jön a kocsihoz. De jó, kész vagyunk a bevásárlással. Megveszi a virágot. Это определенное объектное спряжение. Как понимается это? A virágot, это является объектом, и важно, что определенным объектом. Потому что используется с определенным артиклем «о». Знаем, цветок конкретный, красивый, он красивый и будет для бабушки на день рождения. Еще обсудим следующее предложение. «Jön, ő is jön a kocsihoz». Это правильно. Но «медь о кочиоз» – это не было бы правильным. Почему? Мама с дочкой идет к машине. Они сядут в машину и ждут папу. Папа приближается к ним, к говорящим, поэтому правильно глагол «ён». Köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy
Ez a videó az ön számára érthető volt és hasznos. Надеюсь, что вам это видео было понятным и полезным. Перевод диалога будет под видео. А фордитаж о видео алат лес. Если вам мое видео понравилось, подпишитесь на мой канал. С вами я прощаюсь. Всего доброго вам!